have a few references. Boats are made for transferring commodities back and forth, and those that come across Lior tend to stay a while. So it is where many things come to settle. Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those who share the memory? Привет. С часик запущу на ПК. Да, посмотрим там еще пару серий. Мне хорошо, как обычно. Тебе как? Что делала сегодня? Сила играть 4 дня, офигеть. Вот ты любишь поспать.
Привет. А я где-то... Я в 11, по-моему, проснулся. В 10, в 11 примерно. Не знаю, а кто это? GKPTTR. Кто это? Трюм-трюм. Тяночка идет плакать. Эх, что поделать? Не плачь, девчонка. Пройдут дожди. Солдат вернется. Ты просто жди. Кошачьему языку. Кто хочет научиться кошачьему языку? Мне уже доводилось общаться с кошками. Ты про Неко? Хуй хочет. Бля, сегодня целый день хуй стоит, что делать? Пиздец. Бля, я его сжимаю, он ни хрена не падает. Блядь, заебал. Погладить, но это только перед сном. Мяу, запятая, мяу-мяу, мяу, запятая, мяу. Запомнили? Мяу, запятая, мяу-мяу, мяу, запятая, мяу. Полиночка тоже играет в Геншин еще. Полиночка. Найдите Лали. Лали-лали-лали, пап, лали-лали-лали. Куда идти? Вниз? I follow the wind. О, здесь где-то кот. Тут где-то. Да где ты, кошак, блин? О, Лали. Мяу, мяу, мяу. Мяу, 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 мяу. Котолов. Сейчас приду. Surely enough to convince anyone to become a wanderer.
Чё-то бибрика не видно, куда подевался? Желаю хорошего настроения. Алло. Привет. Соскучилась? А я ради тебя включил стрим. Ой, этот как его? Геншин на PlayStation. Ради сенсоры. Чё? Не, я поняла, когда увидел тебя. Ну ладно, ладно. А ты даже не скучал, да? Эх. Как так? Когда я сегодня поругалась с родными, то значит, я сейчас... Всё, получается, не будет телефон, да? Ну, я как бы всё буду, просто я тебя так чуть-чуть поссорилась. Это печально. Не, почему мы не опасны, ты не опасен, Володина. Так. Нам надо опять подниматься. Опять дракон, интересно. А, нет. Да. Ой. Дым-дым.
Акицуки Модзаси. Будешь играть с нами в прятки? Я и математика. Чисто я вышла из себя, и в это время математика. Люто. Вот сейчас мои друзья тоже в тусовке сидят. Понятно. Что у нас башка есть? Что есть? Которую сначала мы отрезали, она посинела. А потом он самый умный из живых. Что сказал отец после того, как Атрей убил Бога? Чисто прикуси свой язык, щенок. Привет, Бибрчик. Блять, что там с микрофоном у тебя? Чего? Кайф, убили еще. Сначала мы магнию, теперь еще магнию. Молодец, сын. Да ебаный хуй, чё у тебя там с микрофоном? Ой, не виноват. Сейчас выебу. Блю. Подожди, Беброчка. Что мы будем делать на новом? Хуй кормит Бебрика, но Бебрика сейчас нет. Есть только Бебра. Куда пропал Бебрик? Так, ладно. Да. А я думала, почему я не могу забраться? Тут ящер на меня лапает. Привет. Йовикото. Желаю хорошего настроения. Куда Бебрик пропал? И я прячусь. А сейчас такой отец будет останавливать своего сына, чтобы сын не попытался взять фальтра, а он такой луком нафиг. Ну, это обычный отец. Это два блоха, познакомьтесь. Блоха? Два блоха. Один блох, его тоже блох. Один бог войны, другого называют Локи. Какого хера называют Локи? Я не знаю. Это уже другой вопрос. Но прикольно то, что... Твой отец, это и есть Один. Кормись подвалышей. Интересно, как они Один кормят? Бедные подвалыши, некормленные. Голодают. Эй-яй. А я одна дома сижу. Да, Сансора одна дома, пипец. Только не говорите мальчикам, сейчас к ней придут. А джага-джагает её. Знаете, ну ко мне в дом никто не проберется. У меня три железных двери, вы о чем, блядь?
Ну и то, у меня кухня большая, но если... Что большая? Наоборот, чтобы ко мне не приставали, у меня есть домашние коты. Водичка? Водичка. Коты могут для себя постоять, я тоже. Приторсон. Люто. Мы можем дверь открыть. Ебой. Ебой. Ты открой дверь. О. Ха-ха-ха. Ебать. Дверь на дверь. Я сейчас не могу. Я сейчас не могу. Вон кую задели бебра. Где бебр? Ну, кому надо. Куда? Блин. Открылась, ура. Спустя полгода я открыла и... Ебой. Ебой. Ты че? Беги, чел. Я решил посмотреть. Эх. Жесткий охотник попался. Дым-дым-дым. Ну, погнали. Куда? Если дракон сейчас будет, то там точно дракон Пальтера. Алдуин, который? Бля, прикольно то, что почему-то все отец. Все отец. Мне прикольно то, что его называют отец, а его настоящее имя это... Алдуин. Интересно. Джин Ли. От какого слова мне... Все одет. По следам ветра. Играем в игру в игре. Место Мэриши, мать, которая я хотела, чтобы, ну, ее прах с высокой горы чисто кинули. Оказалось, на которую гору мы полгода забирались, до которой я добиралась до 8 вечера. Оказалось, не то. Бывает. Я такая, какого хера? У меня при... И сегодня я такая... Ну, ура, я прячусь. А там самая высокая гора, это Ветунхейм. Класс. Мне так забавно, как они называют всякие миры. Да, вообще. Вот это хрен, где спрячешься. Я в каждом месте. Могу зайти ныть-то. Ты рыжий. Знаете, вот сегодня играю такая, по следам ветра. Там попадается игрок, который всех нашел, кроме меня. Нифига себе. И он меня не, так и не поймал. За пес всю ты... Пес ты про, получается. Хотя я в прошлом, когда были прятки, я так хорошо играла в эти прятки. О, тут чел шарит. Это сеть его ищет.
Это просто проросло, и у вас оказалось наверху. Надеюсь, он правильно поймет. Да. Класс, мы тогда еще вчера убили дракончика. Вот у меня вопрос к дракону. Какого хера у него крылышки маленькие, а сам дракон огроменный? Как он вообще летает, да? Такую тушу поднимает. Вообще не этот... как это? Без реализма там все такое. А, точно. Это древний. Эх, шарик, я, как и ты, был на цепи, шарик. Рубал хозяйских хач. Больно в ноге. Меня побили, меня побили. Меня снайпнули в полете. Ай, блядь, все дрожит, как не знаю кто. А поворачивайся своим куполом, блядь. Чё нахуй? А чё, я не попадаю? Убери вибрацию. Дым-дым-дым. Бля, топором нихуя не берет. Вау! Не-не-не, пошел нахуй. Убери вибрацию. Да, чё так дрожит-то, что, а? Алло? Бля, больно в ноге нахуй. Я реально больно всё. Я легкого босса не... Сын, чё ты не бьёшь, а? Как... Какого хера? Спрашивается. Нет, я сейчас сдохну. Бля. Странно, почему он не ультует? Потому что. В общем, один раз мы все втроем какими-то чуваками, в общем, те. Ай-яй. Долбою. А, меня поймало. А, да, это Леша. А, блядь. Что-то быстро он вообще же этот. Быстрый, как понос. Какие клинки? Я ими нормально не могу попасть. Какие нахуй клинки? Не, ими реально попасть в купол это вот. Чел, открывайся, он упал. Сука, тварь. Чё стоим? Алло, иду. А как я его задеть не могу? Как я его вообще задеть не могу? Тым-тым-тым. Никак! Сворачивайте сейчас путь, чтобы вас не убили. А сам поможет. А, ну еще чуть-чуть. Пошел отдыхать. Ау, я сейчас сдохну. Все мало хп. Мало хп. Открывайся. Че сын вас не спасает, мне вот интересно. А, я тебе не пускаю, не хорошо. Я на этом древнем сначала очень легко его побеждала, а сейчас я топором не могу прям тянуть, я просто не тяну. Бля, ловиться нахуй, конечно. Я, конечно, все понимаю, но я этого древнего нормально. Бала топором. А, его можно топором прибить, только я тупая. Всего лишь-то надо купить 20. Блин. Теперь я охотник.
О, класс. Вообще. Класс. Класс. Ну какой, да, 10-й раз я его уже убила почти. Класс. Тырырырырым. Всё. Сигалету забудь. Да. Всё, убила. Вау. Было слово. Так, это что у нас? Да. Максималочка. Так, куда нам надо? Так, тут опять загадки. Обожаю. Обожаю вас, сука. Спасибо. Обожаю. Ага, все там сидят. Понятно. Ага. Ай-яй. Я вообще не понимаю. Попалась что? Марина. Ой, Микки попался. Полили настоящее имя. Меня, конечно, подругу зовут Марина. Чё-то быстро, да? Мне кажется, не туда. А как? А как забраться, ебать? А реально не вижу, как забраться. Так. Здесь какие-то предложения. Тым-тым-тым-тырым-тым. Да, малой, есть какие-то предложения, как забраться? Я не идиот. Сейчас тут логично. Вот так вот перебираю. Бля. Я думала, тут можно питаться. Ну ладно. Тогда а, не, нам даже наверх не надо. Так. Малой знает все языки. Кто хочет в прятки? Я сейчас попытаюсь выиграть. Вот надо. На, за эту игру, кажется, мы не встретимся с Одином. Жалко. Заходите, Ксюй. Жалко. Жало. Можно я спросить? Не можете. Почему? Нет. Жалко. Я и каникулы, которые через 3 дня. Join me. Так, перейти к событию. История Якаев. О, бери-ка вибрацию, сколько можно. Я же тебе один раз сказал. Ну, убери как-то, не будь. А сейчас выйду с тусовки.
Через настройки PlayStation. Да, когда я в бою и у меня мало хп. Нажми на меню, ты же в одиночном режиме играешь, а не в онлайне. Блядь. Я почему-то с вибрацией, кстати, очень люблю. Не ебу просто. Все покопаемся. Ой, блядь. Сколько всего-то нахуй. Тут. Ну точно можно убрать вибрацию? Да, или в игре там, смотри. А я ебу, конечно, но... Я уже тут поискала, но нихуя. Мне также добавил вот эти чары. Так, сейчас на игру мне подобрать. А вот в игре не помню, как мне. Да и не себе. Не, алло. Если я начну бой, тогда я смогу не его. Понимаете? Интересно, он будет слышно? Что? Заебали меня эти монстры. Чисто меня за несколько секунд с половиной хп оставляют. Охуеть. А, тут же эти двое. Я их ненавижу. Где? Они их по все придумают. Это этот кошмар ему. Ага, ты стал, ты еще с китом это стал. Ты стреляй, только ты смеешь. Очень мало хп, очень-очень мало. Я вас обожаю. Трим-трим-трим-трим. Так, есть хил. Опа-на, вот это сундук. Хорош. Класс. Так понятно, почему ищут сына. Континер. Ага.
Так. Он. А, ну, пока мы там, тут ходим, сюжетку проходим, мы тут вспомогательные задания выполняем. Я так обожаю эту игру. Ну, я говорю, я тоже в отца, а сын тоже в отца, вот. А трое в отца, я тоже в отца, класс. Если мамы нету, значит, не интересно, почему Наиль замолчал? А жду бебру. И сейчас пальто покажу. Заходи, или мне к тебе зайти? Yes. Я думал, это я буду проходить по Ютубу. Это женщина вечером, я была. Открыла эту дверь. Конечно, это почти конец игры. Да. Идите быстрее. Невозможно найти игрока. Как-то 7-2. Три семь. Просто. 109-14. Невозможно найти игрока, пишет. Меня обманули. Ты тут будешь беспределить, да? А мы всем отделом вот это говно расхлёбывать, что ли, должна? Спасибо, параметры чёла. Звук. Я уже всё расслабился. Прости. Просто не нет, чтобы не браться. Знаешь, кто-то из Майлов? Сука. Да! Я... Что вообще творится такое? Я не понимаю, как ты стал начальником? Ну как? Володя, не начальник, я ИО. Скоро поставят кого-нибудь другого, а пока потерпи. Побудь в моей шкуре. Слушай, а ты думаешь, вот мне было приятно, когда ты меня вызывал, вот так вот орал? Побойся ты бога, Измайлов, ты если бы вот такой вот при СССР творил бы, тебя не то чтобы уволили, а расстреляли бы. Чего ты хотел? Чего все? Ты тут будешь беспределить.
А вы знаете, куда делся пятый кубик в Тетрисе? Как мне нравится семейка Один вообще. Класс. Мне так нравится. Наиль. Мне Одина такая хорошая семейка. Когда Трэ решил свалить от отца, отец решил полетать за Трэм. А вы тоже устали от того, что когда хочешь снять крышку с кипящей кастрюли, то вы тоже любите летать? Ее положишь, не загоняешь в кухне, но на самом деле все просто. И сейчас покажу, как это исправить. Да никогда. Понадобится любой кухонный ящик. Дальше отвертка, скручиваем одну петлю. Вот так вот. А, ну драконик чисто летает. Дракон, вы что-то попу... Ты мне скинуть ID? Ага, а я понять вас. Моя записать ID, ввести ID в этот... строчка. Наиль. А, я вас слушать. А ты любишь летать? Да, моя любить летать, а ваша? Тоже. Понять. Решил понять полетать, и там дракон его. А-а-а! Моя вас понять, все. Ты что пытаешься сделать, дурак, мне пофиг. Я был аккаунт Ленинграда. Я в блоге сижу. Вау, прямогеймчики. Луна, Вера. Бля, твоя вибрация уже заебала. Засунь свой этот, как его, геймпад себе в пизду, блядь. Ужас. Сенсор, убери вибрацию. Меня уже заебало. Веришь, нет? Я же тебе 2-3 раза уже сказал. Убери вибрацию. Я не могу, я сама смотрела, сука. Это, наверное, крайний раз, когда я с тобой по тусовке разговариваю. Ну, пойду, значит, с друзьями. С ними даже на... Ладно, иди, сенсор, к друзьям. Да прости, ну ёб твою мать, я не могу вибрацию. Хватит метериться уже, сколько можно. Мат на мате. А, после уклонения или... А. А, ну ладно, зря я так делала. А ты то... А... Мне то есть надо только уворачиваться, да? Папаша, огоньку не найдется. Если вы хотите, чтобы я летала, то я за. Мы полетаем. Мы полетаем. Я с хуем буду теперь в прятки играть. Ха-ха. У меня вопрос, а где наш проект? Не знаю. Он вместе. Трэшка, чтобы перейти в атаку, нажмите R1 или R2. Ой, я сейчас найду Ксюю и накажу ее. Ой, я не туда пришла. Что позже. Лобак твой торт. Не найдешь? Найду. Да я уже вкусно. Схвачу. Свяжу там. Загну.
И жестко отшлепаю. А, мне сейчас. Я обожаю. Переворачивание. Сансора обожает такое. Сразу видно. На опыте. Сразу. Долго еще не то там. Без которой победитель не выйдет. Нет. Предсказуемый. Турум. Простите, но я паду. Спасибо. Как от него вообще? И вообще, сколько мы будем уворачиваться от него? Ту вечность? Меня это не идет. Я могу выйти. Ты же в курсе? Я, это игра. Сына. А где сын-то? У тебя были вопросы, где твой сын, а? Мой сын? Вот он на драконе не видно. А может я где-то его вижу. Держится. Окей. Опа. Опа. Хопа. На. Ванила. Куда он? А, у меня видел сколько хп-то. Спасибо. Мне очень приятно услышать это от сына. Мой сын. А сам вот не знаю. Кто он как раз таки царь богов, не? Царь богов? Да. Как это? Ну, он царь богов. Хотя у всех богов есть. Ха-ха-ха, попалась. А, все. Как я тебя ударю? Чекаем, как я его ударю. Попалась. Для начала надо, чтобы он склонил. Я как поняла, сразу же так и делаю. Угу. Пошел. Опа. Опа. Наконец-то я это закончил. А, понял где. Я поняла. Мы полетаем. А он не свалится, интересно? А, вообще дракон там. Ну, наплевать. Хочется спать. Но больше хочется еще и играть. Может, аниме? Бедный дракон. А чё, дракон вообще? Меня нагнёте? Давайте сразу, только. Зачем куда-то прятаться, если можно сразу получить удовольствие? Всё, мы опять же... Где ты там? А, вот тут всё, берите быстрей. А нет, я ещё подумаю. Как это? Как это слово? Забыл. Тебя нормально? Тебя не расплющило, надеюсь? Мы полетаем. Опа, кто-то решил в Асгард свалить. А-а-а. Чисто он хочет идти в Асгард. И образом идти, нам даже просто... Сука. Не успел, блядь. Хуй, блядь. Эх, а я-то надеялся вас этот... Блядь, как это слово забыл? Разодорить нет. Ладно, хуй с ним.
Эн, не улетел Асгард. А мы вместе так полетели в Асгард. А, нет, это не Асгард. Это мир мертвых. Мы вместе полетели в мир мертвых. Эй, вот это... Я так обожаю Один. Один послал нескольких сыновей, мы их убили. Ну, только одного не можем убить, класс. Где ты? В каком месте, сын? А, он. Хе-хе. Пошел. Так, поранен. Игра. Класс. Ну, значит. А, вибрации. О. Спасибо. 7, 2, 3, 710, 914. Я, оказывается, не туда зашла. Вибрация есть. Интересно. Странно. А если мы не на контроле? А чё ругаешь сына? Это ты ему рассказал то, что вы боги вообще-то? Ай, алло. Он из-за того, что алло. Он бог, решил, что он всё может. Эй, алло. В чём? Раунд 2. Приз получен. Ок. Ладно. Ты-ры-ры-рым. Опа-на. Сын, давай. Погнали. Угу. Погнали. Так, а чё? Алло, чё? Что дальше? Так, где забрать? А зачем мы открыли, интересно? Ну, говоря, прикол. Опа! Люто. Люто. Что у нас по навыкам? Так, мы можем улучшить танки. И это мы как раз таки и делаем. Навыки надо улучшить. А вы слышите звук? Эй. Ну надо бы. Лаваш какой-то. А. А ты слышишь что-то в игре? Ну да. У тебя? Да. Не, ничего не слышу. О, класс. А чё там? А, бебра хотела поиграть. Истории, я потом буду пытаться на самом сложном пройти. All the world holds dear, as constant motion. I stand before.
А зачем? Что за херня у меня? У меня просмотр отзывов 2 миллиона. Яндекс, что-то 19 подписчиков. Что за херня? Отзывы. А я уже не знаю. Так, если нам надо еще одну, то где ее взять? Так. Это не логично. Ну, это реально логично. Так. А, хуй с ним. Ну, позови кого хочешь, не стесняйся. Бебер что-то хотела, что-то не хочет теперь, что ли? Подожди, говорит, сейчас Бебер, может, зайдет. Сейчас, не торопись. Ой, простите. Зови, зови кого хочешь. Мифки вон играет. Ну, она, наверное, да, проходит. Хутао. Саранча, кто это? Русан, наверное, тоже играет там. А чё? Фундук. Я нашел фундук. 2000 фундука. Вау. Фундук. Опа. А, не, мы только что оттуда так. Блин. Join me. Ну как там открыть? А, ну там же нарисовано то, что мы не открыли, мы не можем пройти. Да. Join me. Ну, очень интересно. Ладно, пока втроем сходим, потом Бебра зайдет. А, стоп. Почему я ищу? О, отец сам пошел. Значит, что-то важное. Опа, сундук. Ну тут нет того, что нам надо. Это сундук. Нам надо другое. Не понял. Вы поняли, вот откуда? Войни, ткань. Неизвестно. Пять минут АФК. Ты сучка. Что за скам? Алло. Эх, блядь. Ну, боже. Как играть теперь? Смысл? Да, вообще,
Одна голова хороша, две еще лучше. Так у тебя доктора это нету, ха-ха-ха. Смысл играть тогда? Он сейчас подумает, этот чел, типа, что за херня? Че он, типа, не ходит? Давай поближе подойди, синячку, и что? Засал, да, на расстоянии держи. Ну иди сюда. С глазу на глаз сейчас пообщаемся. Да-да, поближе, еще ближе, давай-давай. Сышь, да? Все понятно с тобой. А? Ну или кажись, как у моего папы. Что? Я поехала в третий класс. Че говоришь? Не один раз, у меня то так же поехала в третий. Чё не регает, вот, алё? Вот это же самое, тоже поехала крыша, в общем-то, на следующий. А, как пойти нахуй? Я почти всё прошла, но я не понимаю этой загадки. Ну то есть, как пройти, если мы не можем пройти? Это нелогично. Что мы не можем пройти. Мы не можем. Я думала, что-то будет топор туда кинем, конечно. Это ничего не изменит. Ой, любезности. Мотик есть. Да каким образом? Каким образом? У двух нету таких штук. Открыть случайно не можешь. Это... А, ну... Логично. Это было логично. Хитро выебанные, да? Ксюй. Тут надо думать. Мы не умеем думать. Хотя завтра у меня будет по математике контрольная работа. Ладно, не ловится. Да чё не ловится, алё, бля? Мне надо сходить порыбачить. Поближе, поближе. Я почти прошла игру, но эти шарики, я их не знаю, как пройти. Мы... Спасибо папе, то, что разрешает даже без спроса пользоваться его компьютером. Тем более крутить меньше не крутки. Дополнительная польза. Я знаю то, что они открывают двери, но каким образом? Каким образом? Топ. Эд? А, нет. Ну вот, Ксюй. Тот чел подумал, что я какой-то долбоёб. И ливнул. Интересный факт. Папаша. Персонажи, которые ненавидят РДР 2. За расправу над ними игрока поощряют. Номер один. В Сантани на улице мужик скандирует лозунги о своем расовом превосходстве. Вот он на тебя похож. Егор искал, что это полковник МВД с Москвы. Большой чувак. Тащи ему коктейль за наш счет. Освежись, вонючка! Мелкий. Ну, что, я просто думал, что
что вы есть такой мужик, хороший, добрый, Паша. Или за Аркуль. Один-один. А я думал, я тут умру со скуки. Крутый компания. Давай на прикол. Мне надо чуть-чуть будет послушать. Серию? 14-1. Ну, хорош уже. Ты, братан, начинаешь действовать, а ты проигрываешь в одни ворота. А я чаевые. А за что? У тебя в городе я серьезный человек, я не могу так дурачиться. А ты помог мне в детстве вернуться. Это девятка Пойда Ленски. Вместо пимпочки дверь закрывать вот на такой флажок. Руль регулируется вместе с щитком приборов. Подкапотка делится на две части. Первый движок с охлаждайкой, а во второй вся электроника. Самые странные кнопки, которые я вообще видел. Ручка, которую постоянно надо искать. Портовой компьютер. И даже подогрев сидений. 85-й год. Тут даже есть датчик износа колодок. И все это за 300 тысяч. Это... Женщина легла на травку под домом, где идет активное строительство. Уже представил, как кто-то полчаса упаковывал посылку. Начальник, как вы и просили, я подключил новогоднюю елку. Стажер, что за красный индикатор на коробке заземления? Инженер, что? Пришли ко фотографию. Правильно сделали, что привязали, а то еще упало бы. Нужно, чтобы поменять лампочку. Сварщик может быть и неплох, но точно не гений. Интересно, когда они поймут, где припарковали машину. Водитель грузовика потерял часть груза по дороге. У этих грузчиков что-то не продумано. Механиком года оказался этот парень. Ну, очень надежно пристегнул. Женщина легла на... Алкашу. Алкаш. Кто это? Алкаш. Скинь на этот ID, зайду. Алкаш. Ща. Ща алкашу пойдем. Играть в прятки. Нормально, да? Зачем же еще ходить к алкашам? Играть в прятки. Семь, четыре, три. Шесть, восемь, девять. Четыре, пять, два. Алкаш. Thank you.
Ой-ой, где это мы? Нафига он только открывает гору, обалдеть. Точно алкаш. Интересно, у него сделано? Как я вернулась? Нет, я понял. Все четко, не очкуй. Не ссы в трусы. В
О, хуище-то, ха-ха. Сейчас спрячемся, не найдет нас никогда. Ну что, если все знают? Да, блядь, да какого хуя? Хватит. Ты-ры-ты-ты-ты-тын. Ура, меня пожалели. Погнали. Дым-дым-дым-дырым-дым-дырым. Ну тут нигде прятаться на самом деле. Стрим снайпить. Я? Не, не тебе. Ксюю. Стрим снайпит, а то. Ай-яй-яй. Спят, алло, не ори. Если что, я не тебе. Да, блядь! Это я не тебе, но да. Пайпер попарёк, блядь. Как меня спалило. Не надо. Ай-яй. Нифига, чё так быстро? Дырыдыдын. Обожаю такие боёвки. Не будем. К примеру, пальцы. Тырыжж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 ж
Блин, сенсор, что ты там делаешь? Бля, теперь разговаривать мне нельзя. Да я не в это имею в виду, а у тебя там микрофон постоянно шуршит. Я хожу, а у меня волосы расплетены. Вот и шуршу. Ты меня на улице. А, да, алкашу на один нравится. Классно. То есть два человека плывут на большущем корабле. Зачем он такой большой корабль?
Тырын-дыдын. Ксюи, блядь, ёбаный хуй. Проспал. Правда, по математике контрольной вот не будет дзер. Ура. Дзе. Дзе для ботов вообще. Да, блядь, да какого хуя? Почему я? И еще винокурня, блин. А это легко. Винокурня это легко. Окей. Okay. Я когда водила, я там была. Так, чтобы находить ее. И вот я двух так легко нашла, а другого... Тебе повезло. А другой вообще в конце. Повезло, повезло, ахахаха. И у меня выпала любезность. Активирую и догоняю. Это такое ощущение не... Трыжжин. That's not bad. Этот корабль же летает, точно. Ну, а это, скорее всего, как раз не летает, как я поняла. По следам ветра. По следам ветра. Тим-тим. Опачки. Тут кто-то есть. Ага. Ещё мы полетим, да? Попался! Да, блять, ловись, чё ты не понял? Какого хуя? Какого хуя? О, у меня тоже самое. Меня один раз возле меня шёл один, и я сегодня, я такая... Возле подземелья там... Попался. Я такая... стою, и вот я вот... Меня вроде как поймали, а вроде как нет. Попалась. И чисто в чат написали, дед, что за игнор? А там у этого водящего там был дед поставлен. Вообще какой-то лютый рассинхрон. Это, наверное, из-за пинга. Мне так нравится. Просто игра лютая. Сначала головоломки лютые, потом бои лютые. Да, это я просто узнаю сюжетку, потом я на бог войны буду играть. Там сложно это будет. Там сложно. Горей джопа будет очень-очень долго. А долго будем? Ха, мы тебе постановили, да? Охренеть, куда он спрятался? О, где-то тут. Не-не, мы сделали так, чтобы корабль летал. Мы умные. Вот для чего костры. Попались. Оказывается, этот корабль умеет летать. Ну теперь, в общем, установили. Мы своим мозгом сделали летающий корабль. Вау. Ни хрена себе. Люти. Люти кибер. Если у вас на корабле есть два алкаша. Костра, если у вас на корабле есть два костра, то сделайте так пару, чтобы он был над вами, как зонтик. И тогда корабль полетит. Понятно. Технологии очень-очень хорошие, зато очень-очень древние.
Понятно. Ну зато работают, как минимум в игре. Потому что Чё там? Делает ветер, и мы таем. Чё, он ему скучно стало? Ну прикинь, как мне не скучно. Вложим в банк 100 рублей под 1%. Тын-тын-тын-тын-тын. Кто мечтает быть пилотом, очень смелый видно тот, потому что только смелый сам полезет в самолет. Потому что только смелым уважает высота, потому что в самолете все зависит. Охотник у нас теперь алкаш. Ой, алкаш у нас теперь охотник. Заплетак языкается. Поддаваться. Нельзя. Пусть как почувствует всю суровость этой игры. То, чтобы он чем раньше научится, тем легче потом будет. Потому что только смелым. Ой, я его вижу. Вижу, вижу. Окей. Нажимайте нолик. Нажимаем все дружненько нолик. Фонари тут собрались. Мы сейчас до космоса долетим, алло. Мы сейчас до космоса, алло, долетим. Чё, тебе подвинуться надо? Ну давай вон туда. Вот сюда. It's awesome. Ой-ой-ой. Он как-то понял, что я тут. Но он не знает, как взобраться. Окей. Мы открыли новую область. Бежим. Ног, сражайся сам. Нет. Ой, ладно, нам все равно помогать надо. Сынку. Наш сынок без нас не справится. Самое легкое. Нифига он всех поймал, что ли? А. Лютый, лютый алкаш. Вот что творит. По правому борту. Водичка огненная. Погнали. Правый борт. Левый борт. Капитан корабля. А ты говоришь поддаваться. Пипец. Это он нам фору дает, наверное, еще. Погнали. Чисто камень, он этой бешеной распальцовкой пытается дозвониться до тренера и узнать, когда следующая тренировка. Пойдем танцевать. Ты что-то братан? Да хорош, ты все танцуют. Пойдем. Да не, братан, я просто... Как убрать щель, не разбирая ламинат? Прилепите маляр, но ламинат. Стреляй! Пошел у меня.
Опять это он, наверное, выбрал, да? Винокурня рассвет. На постоянке. Как у врачей не разбирает. Короче говоря. Меня в смысле? За шо? Опять что ли? Сколько можно? Хватит уж. Ух, бля. Гребаный, этот чуть не упал. Наушники. Летим дальше. Ой, пошел. О, это каркон? Ты... Это реально этот птица, это птица, это птица. Это... Какая? Вот тут большущая ворона. Под нами. Фига себе. Большая. Большая жопа. Ну, это такая огромная птица, не представляешь. Райли голый. А я в том углу. Где? Да, иди. Птица, спаси нас. А, понял, тут надо быть. Игра на выживание, я люблю. Тым-тым-тым. Обожаю. Да ну. Да я его не забиваю. Всё. Да, как так быстро? Что за читы? Блин, а. Хрен, выиграл. Хрен. Так. На них обращать внимание можно минуть. Если даже не обращать внимание. Каркон, а ты можешь помочь? Тым-тым-тым. Так, лучше сначала разобраться. Так, кому, блин? А, ты стрим снайпишь, да? Или... Ай-яй-яй-яй. Да сын, блин, а! Хрену. Стол. Любезность. По любезности можешь, пожалуйста. Сын, блин. Помогай. Охотник Ксюй. Где? Пошла. Игра мне очень понравилась. Ох, бегает. Беги, алкаш. Целую минуту продержись. Нет. Ты прочитал то, что я тебе писал в Генсе? Нет. В общем, я когда играла в игру, ну, в общем, ты понял, про кто идет речь. Про вот это событие сыграет. Вот, играю, и там пиво. Ну, нет, пиво у игрока. И его первым поймали, то есть пиво поймали. Эх. Нет, да я пиво. Ой, блин. Была очень-очень плохая идея, конечно. Сколько у вас это... Мир, может, ты что-нибудь скажешь? Мир, блин. Мир. Сейчас пока зайду.
через минут 10. Че, Сансор, давай, пока. Телефон почини. Нафиг намного лучше какой-то говно. Поистечаешь создание. Давай пока кайф величай. Что там? Сейчас иду.